И волшебного утра, дорогие друзья, мои хорошие светолучики, которые сами наполняются счастьем, радостью и распространяют это вокруг себя. Дорогие мои люди, люди радости, люди позитива. Я благодарю всех, кто это утро начинает с нами. И сегодня суббота, прекрасный день для того, чтобы подсоединить сюда своих детей, своих внуков, всех, кто рядом с вами. Включайтесь все, потому что йога смеха, она для всех. Она не знает возрастных границ, религиозных границ. Она не знает политики, потому что йога смеха, у нее цель объединить всех в этом мире. И это, конечно же, здорово. И меня зовут Иванова Лариса, я тренер по йоге смеха, по эмоциональному интеллекту. И сегодня мы с вами будем как раз это все прокачивать. Скажите, пожалуйста, есть у нас здесь новички? Кто у нас пригласил новичка? Спрашивают, для чего, чтобы знать, рассказывать мне, что такое йога смеха, уделять ли внимание какой-то более глубокому объяснению. Так, ну, не слышу пока. Ладно, друзья, немножечко тогда вкратце скажу. И давайте, чтобы мы не просто стояли, давайте мы будем пока... Лариса, у нас есть новичок Татьяна Да? Самякина, да? Она поднимает руку. Хорошо, благодарю, благодарю за поддержку, да, отлично. Давайте нашим новичкам поаплодируем сейчас, да? Так, хорошо, хорошо, поаплодируем, как раз разомнем наши ладошки, а также поаплодируем тем, кто их приглашает, да? Потому что чем больше будет счастливых, здоровых людей, да, тем будет мир добрее, счастливее, вообще наступит мир во всем мире, потому что человек может делиться только тем, что внутри его, да. И хорошо, хорошо, разомнем наши ладошки. Сегодня мы пальчиками с вами тоже хорошо, хорошо поработаем, да. Вот еще есть Юлия, мой О, новичок. Так что отлично. поприветствуем Юлечку. Отлично, отлично, приветствуем Юлечку. Классно, классно. Юля. Ага, так, я сейчас фон поменяю такой, чтобы все-таки было не виртуально такое, вот чтобы было лучше видно. Так, это морской фон, конечно, это круто, да? Так, хорошо. Я тут проснулась. Знаете, кто у меня рядом проснулась? Ладно, вы еще увидите. Увидите этот смехоежика, королеву смеха. И хорошо, мы пяточками стучим и разминаем наши, да, ручки. Вот так хорошо, хорошо растираем, пяточками стучим. А я рассказываю, йога смеха – это целая наука. Это не просто, это не про поржать. И смех здесь – это один из инструментов. Для чего? Для нашего комплексного оздоровления. Да, поэтому йога смеха, она включает в себя различные практики. И один из инструментов – это смех, только мы смеемся здесь по правилам, чтобы прокачать хорошо-хорошо наши легкие, потому что при правильном смехе у нас обновляется организм, омолаживается, исцеляется, да, и очень скоро нам потом говорят, а как-то ты помолодела, а что вообще с тобой происходит, а ты что там сделала пластическую операцию, да, это потому что мы прокачиваем мышцы, потому что вот так вот они у нас при улыбке идут, не вот так, как, когда грустно, а вот так, да. Поэтому йога смеха – это смех-билдинг, фейс-билдинг, да. Это натуральное омоложение, это эмоциональный интеллект, потому что мы здесь учимся хорошо-хорошо управлять своими эмоциями, распознавать чувства. Это здорово. У нас усиливается кровообращение, лимфоток, кислород вместе со смехом поступает в голову, в сердце. При йоге смеха мы берем не как просто 1 литр смеха при обычном смехе, при смехозарядке, а мы берем более 4 литров, развиваются наши легкие, как парашюты, раскрываются, классно же, круто. Конечно, мы качаем наш пресс, и при смехе он у нас начинает болеть, потому что мы интенсивно, мы не просто опять-таки смеемся, да. Вот, это профилактика многих-многих болезней, это оздоровление, это здорово. Хорошо, вот так вот вкратце. И сейчас мы
друг друга, так вот прям поприветствуем классно-классно, скажем здорово по-богатырски. И приготовили сдох. Здорово! Еще раз вдох, животик. Здорово! И сейчас, мои хорошие, мы будем брать много-много воздуха низ живота. И дышим, и вдох мы делаем именно низом живота. Ну-ка, сделайте все вдох глубокий. Вот, смотрите, у меня плечи на месте. Многие делают вот так. И поднимаются грудь и плечи. Нет. Все случается наоборот. Мы делаем вдох низ живота. Вот так забеременела радостью, счастьем. Вдох. Задержали, задержали. Можно побултыхать. Выдох. И на выдохе животик у нас втягивается, да, почек прилипает к позвоночнику. И вот этот смех мы используем при всех наших, вот это дыхание, при всех наших инструментах. При смехе, при откашливании, когда из нас выходит все ненужное, мокрота, слизь, да. И третий инструмент – это звукотерапия. Когда мы пропеваем гласные, у нас резонанс идет, мы заряжаем все наши органы. Это мега-мега все полезно. Хорошо. Еще раз вдох, набрали животик. Потянулись на носочки, потянулись, улыбнулись этому миру, этому утру. Да, задержали. И выдох. Ах, растали, как мороженое. И еще один раз. Вдох, надули животик низ живота. Вот, забеременели гормонами радости, эндорфинчиков побольше. Вот, погладили животик по часовой стрелочке. Хорошо. Держим, держим, держим. И лошадку на выдохе. И проверили, у всех ли получилось. Добавили звук. И губки должны быть расслаблены. Вот все мышцы лица у нас должны быть расслаблены. Если у кого-то не получается, нажали на... сделали ямочки. И у всех сразу все получилось, да? Хорошо, давайте немножечко сделаем массажик, расслабим наше личико. И мы делаем массажик снизу вверх, вот так вот в стороны, почасово разглаживаем наше личико, похлопываем. И метафизику включаем и говорим «Доброе утро, королева!» Доброе утро! Кто умница и красавица? Я! Да, вот так, хорошо. Челюсти подвигали. Раз, два, раз, два. И все, что мы не делаем, мы улыбаемся, смеемся. Вперед, назад. По кругу. Да, вот такой верблюд. Верблюд живет, да? Только никто не плюется. И язычком вокруг. Зубок в другую сторону и укольчики в щечке. Хорошо. И массажик. Вот, волосики наши густые. И прям все, что вы делаете, проговариваете. Мои волосы густые, мои волосы здоровые, мои волосы крепкие, мои волосы шелковые, да, они украшают меня. Взяли за волосы вот так немножечко, вот такой массаж сделали хорошо, постучали от лба к затылку. И все делаем с улыбкой. Я, конечно, объясняю, а вы смеетесь, что бы мы ни делали, вы так вот не забывайте, что улыбка, да, и смех – это здоровье для всех. Ушки растираем, хорошо, хорошо. И по кругу взяли, и по кругу. И в другую сторону. И поиграли на гармошке, потянули мочки, и на прищепочке себя повесили. Теперь насыпали сюда радости, света, добра, все гормоны, вот серотонинчика, дофаминчика, всего. Вот гормоны радости, эндорфинчики. И все это замешиваем, да, заряжаем наш мозг радостью, счастьем. Да, друзья, счастье можно прокачать, как мышцы в спортзале, точно так же.
потому что наш мозг, он не различает искусственный смех или настоящий. И даже если вам грустно, тем более занимайтесь, относитесь к этому как к тренировке, да. А если у кого-то печалька какая-то засела, печалька, мы ее сейчас выкидываем, просмеиваем. И чтобы наш мозг был гибкий, пластичный, вот так мы его разрабатываем, да. А у кого-то на ушке тут что? Раздражулька повисла, ну-ка. И, мои хорошие, сейчас мы поговорим с вами о правилах смеха. Итак, первое правило смеха мы уже сказали. Почему йога смеха? Потому что здесь уделяется внимание дыханию. Йога – это дыхание, прежде всего, пранаяма. И здесь мы дышим низом живота. То есть заметьте, что плечи мы не поднимаем. Да? Далее, конечно, мы уже сказали, мы одеваем улыбку, мы все делаем с улыбкой. Следующее. Мы начинаем стартовать, потом мы будем разные звуки прокачивать вот, после звукотерапии. А начинаем мы с буквы А. И как мы всегда делаем? Как мы всегда делаем? Мы говорим, кто победитель, кто молодец? И говорим, я! И смотрите, широко-широко открываем рот. Чем больше вы откроете рот, тем больше гормонов радости зайдет. Но вообще мы открываем рот, знаете для чего? Открываем рот, стартуем на букву А. Громко, обязательно, как микрофон, громко-громко выдыхаем. И все это ради чего? Мы уже сказали, важно дыхание. Это ради того, чтобы у нас как можно больше вышло из нас. Вышел выдох длинный-длинный-длинный. И когда у нас уже нет голоса, мы что делаем? Те, кто у нас уже часто ходят, они знают, мы все равно бесшумно выдыхаем. Будь то смех, будь то откашливание, будь то звукотерапия. В любом случае голос закончился, мы еще шепотом продолжаем делать выдох. Давайте сейчас шепотом с вами посмеемся, шепотом. Вдох. Длинный-длинный, один длинный-длинный выдох. Угу. Вот если кто-то приходит на зарядку у нас, когда вы находитесь на работе, вдруг вам нельзя громко смеяться, то вы вот так смеетесь шепотом, но основное правило – длинный-длинный выдох. Почему? Вот когда уже вы все-все из себя выжили, как тюбик из зубной пасты, потом ваши легкие распахиваются, как два парашюта, вы делаете глубокий-глубокий вдох, 4 литра, и поступает больше кислород к различным органам, к нашему мозгу, к нашему сердцу. И смотрите, без еды человек может 40 дней, без воды там 2-3 дня, а без воздуха, ну что там, 2-3 минуты и все. Поэтому дыхание – это номер один для жизни человека. Распахивайте форточки, кто еще это не сделал. Так, и сейчас мы с вами по всем вот этим вот правилам будем долго-долго-долго смеяться на одном выдохе. Итак, мы берем наши смехомешочки, а вы можете взять смехоигрушки, вы можете взять вот что-то такое, что у вас есть, да, смехомячики. И сейчас мы делаем вдох низ живота, долго-долго смеемся и громко. Вдох. И... Не ха-ха-ха, Людмила Львовна, я выдох. Длинный выдох, еще раз вдох, и длинно громко, и... И давайте все сейчас перенесемся к Ирине Кулинченко. А вы же знаете, где она, да? Кто нам недавно дельфинчиков показывал? Ирина, и давайте сядем на поезд, все перенесемся сейчас на морское побережье. И все прибежали к морюшка. И приветствуем, доброе утро! Такой красивый.
Она облизывает ваши ножки, пальчики ног, да, искрится, рыбки плавают, морешко чистое, прозрачное, дельфин прыгает, и мы сейчас тоже как дельфин будем прыгать и смеяться. Еще и... Еще и... Включайте воображение, ребята, метафизика 95% результата, да. Ой, и главное, далеко-далеко, да, горизонт. И солнышко светит, и так классно, так хорошо, просто. Давайте споем «Аллилуйя», вдох, и не «Аллилуйя». И благодарим Всевышнего, благодарим Создателя, нашим благодарным звонким смехом. Громко, чтобы Турция, чтобы весь мир услышал. Громко и... Аллилуйя! О, хорошо, молодцы. А сейчас мы будем камушек, плоский камушек. И сколько камушек будет прыгать, мы вот так долго-долго будем на одном выдохе смеяться. И у кого дольше смех, значит, у того плоский камушек дольше-дольше, как лягушонок пропрыгал. Хорошо? И так, такое соревнование. Вдох. И камушек. И... О, хорошо, молодцы. Ну что, давайте мы с вами напьемся такой небесной росы, и мы поднимаем наш такой вот кубок, царский кубок, да, набираем такой небесной росы, и сюда добавляем много-много радости, смеха смайликов, смеха смешков, и пьем и смеемся, вдох, и... Разболтали, еще вдох. Разболтали и вдох. Молодцы, молодцы. И сегодня закусывать мы будем радугой счастья. И потянулись на носочки, хорошо потянулись. Да, йога смеха, она включает и физические упражнения. И наш позвоночник, который соединяет нас с матушкой землей, да, с небесным Wi-Fi, да. Тянемся и хватаем краску радуги и заряжаемся. Красная! Свет лидера! Кушаем! Классно! Давайте еще раз потянемся. Так, тянемся. Какой-то желтый цвет радости. Заряжаемся. Тянемся. Еще тянемся. Какую ж мы красочку возьмем? Оранжевый цвет отличного настроения, заряда бодрости, энергия. Давайте побольше, двумя ручками, пальчиков много. Повыше, подтянемся, побольше красок захватим. Опа! И синий, и зеленый, цвет неба, и цвет весны, зелени. И чтобы у нас были в жизни много-много ярких красок жизни. И... Хорошо, молодцы. И давайте вспомним нашу считалочку. Ко-ко, ха-ха-ха, селе, ко-ко, ха-ха-ха, ко-ко, ха-ха-ха.
Денежки прилипают к ладошкам. Хорошо, хорошо. Да, здоровье прилипает. Лучший день, лучший день. Да, успех прилипает. Миру мир, миру мир. Да. Молодцы, кто молодец, скажи. Я молодец. Водичку все набрали в чашечку? Водичку. А мне можно набрать? Да, хорошо. И так как мы с вами находимся на море, и мы сейчас с вами будем по камушкам бегать, да, вначале бежим на носочках, да. Так, 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 разминаем наши ножки на пяточках, на тыльной стороне, на внутренней стороне. Просто побежали по мелкой-мелкой гальке. Вот она прям вот возле-возле моря. И мы протаптываем нашу стопу. И все-все органы наши, да, начинают классно-классно работать, оздоравливаться. И побежали в море. Захватываем много воды. Вот так делаем, водичка. Снизу вверх убираем все ширинкилища. Вдох. Еще раз вдох. Поезд едет, машине поезд изменится. И вдруг дельфин стал прыгать и к нам ближе, ближе проплывает, а за ним целая стая. А им понравилось, ребята, как мы с вами смеемся. И они хотят нас покатать. И мы оседлали дельфина. И по морю вместе с дельфинами помчались. И помчались. И говорим, дельфины, мы с вами одной крови. Дельфин на море, чайки. Мы с вами одной крови, мы одно целое. И чайки нам кричат, как чайки кричат. Ну, как сказали, как чайки кричат. О, хорошо. Вдох, глубокий вдох радости, счастья. Выдыхаем все. Из нас выходит все, что не нужно. Давайте, чтобы помочь этому ненужному. Сейчас мы с вами будем откашливаться. Станьте боком. Да, метафизика. И сейчас мы ручками отталкиваем. Из нас выходит мокрота, слизь, все, что мы спали. Если кто-то простыл, кто-то болел ковидом, вот от всего откашливаемся и сплевываем. Поэтому приготовьте салфеточку или в раковину. Так, приготовились. И вдох. И здесь тоже длинный выдох, да. Пресс у нас работает, мы стройнеем, избавляемся от лишних жиринок. Еще раз. Молодцы. И третий раз. И как будто мячик обиваем об стеночку, об пол. Вдох, животик. А, хорошо, молодцы. Давайте с вами немножечко еще разомнемся. Мы с вами поплавали, но чуть-чуть на бережок вышли. Плечики разомнем. Да. Локоточек вот так потянули. Другой локоточек. Хорошо.
развернули наши орлиные крылья, да, вспомнили, что мы с рождения победители, да, кулачками поработали в одну и в другую сторону, повесили на локоточки руки, пошли, локоточки закрепили, хорошо, не просто вот так болтаем, а вот раскрываем от локтя полностью другую сторону, теперь по одной вперед, по одной назад. А теперь у нас идет рука одна вперед, а другая назад. И соединяем это вместе. Да, это уже нейрогимнастика, это развитие правого и левого полушария. Да, это новые нейронные связи. А мы знаем, что когда мы изучаем что-то новое, да, то мы с вами всегда будем в твердом уме, при хорошей памяти и скажем, нет деменции, болезни Альцгеймера и так далее, и так далее. О, хорошо, молодцы. Давайте немножечко сейчас уделим внимание еще пальчиковой гимнастике, потому что это классно, это мега полезно. Так, у нас 10 минут еще осталось. Хорошо. И сейчас мы с вами сделаем посолили. Вот тремя пальчиками. Лисичка, зайчик. Зайчик, вот два пальчика. И начинаем медленно. Раз, поменяли. Два. Раз. Два. Можно пальчиками поработать. Это очень полезное упражнение. Особенно кто у нас консерватор, кто у нас вот привык делать одно и то же, ходить одними и теми же путями, к одним и тем же мастерам, говорить, а я так привыкла. Вот это надо убирать, потому что наш мозг пластичный, гибкий, мы должны быть компромиссными, мы должны видеть разные пути и в жизни поступать как в шахматах, видеть лучшие для себя ходы. Получилось? Добавляем хлопок. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Раз. И не боимся смеяться над собой, да? Хорошо, сделали колечки. И колечки. Раз, два. Первый, второй пальчик. Да. И меняем. Два. И обязательно смеемся, все делаем на улыбке. Первый, третий. Первый, третий. Раз, два. Раз, два. Первый, безымянный. Раз, два. Первый, четвертый пальчик. Хорошо. И мизинчик. Первый мизинчик. А теперь все по порядку. И первый, два. Второй, да, вот так по очереди меняем. И доходим до мизинчика. И назад. Безымянный. Средний. И указательный первый. Получилось? Получилось? Делаем кулачок. И вот так представляем ладошку. Э! И приготовиться. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Раз, два. А теперь немножко ритмический рисунок меняем. Раз, два. И быстро. Раз, два, три. Раз, два. Раз, два, три. Раз, два, раз, два, три, раз, два, раз, два, три. И можно телом помогать, и ножками, коленками, да, вот так можно тоже делать. Ну и попробуйте, у кого получается, попробуйте быстро. Берем себя за носик, ручку за ушко, и поменяли. И добавляем хлопок. А сейчас будем добавлять скороговорку. Ехал грека через реку, видит грека в реке рак. Сунул грека руку в реку, рак за руку грека, цап. Давайте вместе. Ехал грека через реку. Видит грека в реке рак. Сунул грека руку в реку. Рак за руку грека. Цап. Если мы сбиваемся, мы еще веселее смеемся. И поехали. Ехал грека через реку. Видит грека в реке рак. Сунул грека руку в реку. Рак за руку грека. Цап.
А теперь чуть-чуть темп прибавляем. Ехал грека через реку, летит грека в реке рак. Сунул грека руку в реку, рак за руку грека сам. И сейчас мы соединяем пальчики, заряжать их будем смехотоком. Только глазки закрываем. Вдох. И поехали. Еще раз. Сейчас будем доставать до височков. Давайте, поехали. Сейчас будем доставать до носика. Закрыли глазки. И побежали к другу. И ее раз побежали друг к другу. И за ручки взялись. Представьте, что мы стоим все перед морем, да? Делаем такую зарядку. И за руки взялись и пропускаем через друг друга. Вот такой смех о том. Везде каждую клеточку проникаем, как у нас надо с эндорфины. Воду, беремся все за ручки, ложимся на воду и ногами проходами смеемся. Ну как у вас прессик работает? Тронеем, обозначаем талию, конечно же. Вдох. И на выдохе любовь и благодарность всему миру. Еще раз вдох. И выдыхаем любовь и благодарность. И делимся. И через окошки друг другу отсылаем вот такие сердечки. Открывайте окошки, а то не попадет. И... Давайте с вами попоем звуки, звукотерапия. И помним, что выдох у нас громкий, долгий, открыт человеку рот на букву А. Начнем. Вдох и длинный выдох. Вот сейчас можно включить. Звук, чтобы я вас слышала в микрофончике, хорошо? Если у кого-то в момент запивания желание откашливаться, ну классно, процесс идет, выходит мокрота, все это сплевывайте. Да. Так, звук «ох». И с середины будем добавлять «м». Здесь расслаблены губки, чтобы шикарно было. Вдох. Мычим, мычим хорошо. Там у
кого-то лишнее шумит, тогда вы выключите у себя звук. У кого-то там прям шумы какие-то непонятные, но не смех точно. Так, мы должно быть прям шикарно. Давайте мы сейчас, как корова, помычим на букву У. Вдох. Классно. А, о, у, э.